О нашем маленьком государстве, о семье Айнабековых, где живет счастье. Наш Аке, наш папа, человек с большой буквы. Он мастер спорта по боксу, многократный чемпион Талдыкурбана по футболу. Он настоящий друг, помощник, наставник и наша опора. Наши родители самые лучшие. А наша мамочка всегда говорит, счастье внутри нас. Она самый родной человек, наш мотиватор, который поддержит, обнимет, поцелует, а также вкусно приготовит. Айгерима – студентка университета Сулеймана Демиреля. Она креативный, разносторонний человек, который любит узнавать что-то новое и принимать вызовы. Обладает лидерскими и ораторскими способностями. Много читает и любит танцевать. Знает 4 языка. Аяжан – наша звездочка. Она кандидат мастера спорта по плаванию. Многократный чемпион Казахстана. Она любит петь и танцевать. Она умная, красивая, спортивная, целеустремленная и сильная духом. Бег – наша гордость. Гордость 17-й школы. Чемпион области по спортивной гимнастике. Бег очень позитивный, общительный, открытый мальчик. Он также смышленый, заботливый, спортивный и самый лучший. Жан – наше солнышко, солнышко 9-й школы, начинающий спортсмен. Он особенный, целеустремленный, терпеливый и, как младший, любимчик в семье. Дети – наше богатство и счастье. Благодаря любви, уважению и пониманию мы счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok.